Это святая водичка есть? Да. Я тогда побольше попью. Смотри, не засветись. Вот еще одна девочка, вот мальчик. Что ты знаешь, где девочка, это где мальчик? Девочка села и некрасивая. Мальчик красивый, что был. Кабина тут не было еще, это вы тут были. И теперь я. Ты забыл? Поняла, Наташа, девочки некрасивые, а мальчики. Это только у павлинов, а в жизни все наоборот. Вот это мальчик, красавчик какой, ой, красавчик. Какой красавчик. Походу ему туда пытался что-то вынуть со хвоста. Смотри, какой красавчик. А вон девочка ползет. Смотри, смотри. Сейчас она его клюнет, наверное. Идем, дети. Дети, там их еще много, пошли. Там вон ты маленькая бочка. Там где-то много. Покажи, как здесь. Так, это не кошак. А, он кошак. Кошак охотится на павлинов? Да, что я хочу сказать. Тут иногда есть павлины на деревьях. Так вон. На деревьях, со всех сторон они возле нас сидели. Да, да. А я вчера смотрела все вот Джеки Чана. Что-то я забыла. Это в третий голос? Да. И вторую, и первую. И плюс смотрела там байбайзика учила. Вот еще один. Вот еще один. Красиво. Вот это очень красиво. Вот еще там. Вот это очень красиво. Я хочу... А можно туда пройти? Он убежит. Не, не надо. Вы, павлинище. Дети подумают, что вы сбежали откуда-то. Ты знаешь, куда мы пришли-то? Ура. Стекло дерево. Это кто? Русик снимает. Это кто? Будет такой лоб, там будет. Такой лоб будет. Вот она. Сейчас, дай по картинке. Что по картинке? По картинке. Зайц фоткает. Зайц. Тихо, дай. Это он. Вот это он. Смотри, папа, это он. Года. А, это с того где года, это этот маленький Хэмон. Котик вырос уже? А, да. Короче, он был маленьким котенком в прошлом году, а сейчас он уже вырос. Да, я поняла. Как трогаешь его? Колючий? Нет. Нет, вот это вот внизу, да, вот это вот так вот можно потрогать. Вот внизу нет, не колючий. Вот это не колючий. Милан, где все, Милан? Здесь переодеваются. Вон Наташка. С одной лавочкой в другую перешли, походили тут по травке. Осторожно. Послал твое исполнение святых и тайн подавай. Ты можешь ожидать, что ты совершаешь.
Сам благословишь или силой действия великим святаго твоего духа, яко же быть этому помазание и нетление оружия в храм для обновления души и тела, всякого дьявольского действия отстранью, во изменение всех пол помазания, веру или слушающим от него в славу твою, и единородного твоего сына, и пресвятого и славы, и животворящего твоего духа, ныне и поисно, и во веки веков. Аминь. Твое же ходите ему по стопам заповеди моих. Помазуется на Божий Виталий, елеем радования во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во исцеление души же и тела, слушание веры, руцы твои, сотвори тебя и создай. Идем охотиться на павлинов. Хоть одного покажешь мне тут? Там два есть. Где? Идем, покажи. Я их могу птички, а не его. А ему можно дать яблоко? Нет. А ну кинь, да, конечно можно. Откуси один раз. На. На, покушай. О, ест. Ест, ну яблочко. Видел. А я думаю, это королевская птица. Его что, понимали? Поймали его поближе, а не подальше. На, я кинем его вначале на землю. О-о. Кинь ему еще, дай мне. Мы его поймали. Кинь к нему прям, к нему. Да, кинь к нему прям. Ой, попал мимо. О, нашел. Подожди. Ну, покажи хвостик теперь. Мы тебя накормили. Не, на землю ему кинь, чтобы он видел. О, увидел. Все. Мы вначале его должны накормить, чтобы толстый был. А потом пожарить? Да, чтобы вкуснее. Увидел, должен идти. Вот туда, да, молодец, красавчик. Как страус теперь туда залез. На, нашел две. Ох ты, шок, как близко хорошо. Иди сюда. Не надо ему сюда, не, он не подойдет к тебе. На, пусть доест. Найдет, куда он заходит. Нет, все, ему надоел твой яблоко. Ну, теперь хвостик покажи. Ну, накормили, накормили. Если в лицо ему. А, не накормили. Знаете. Кинь ему все яблоко. Ешь его. Да что ты ему кидаешь? Ай, гач. Ты павлина накормил, чтоб хвостик показал. А не покажет. Покажет. Вот эти деревянные. На, дочь. Маша, не ходи с ним, он ходит. Я нашла дома купил. Маша. Обязательно. Да. Так, Маша, убей. Мальчик. Там куча народ. Я там от того хата ухала в ходах. Какой кулер? Нет, автобус приехал.